Это что, унитаз? Очень похоже на унитаз. Подозрительно похоже на унитаз. Вы знаете, мне что-то не очень нравятся эти подозрительные унитазы. О боже, это унитаз-трансформер. Дружище, если ты любишь поржать, то у меня есть для тебя отличный канал. Ноги, вы куда пошли? А он стреляет вообще? Ёпты! Чувак, я не хотел. Заходи на него, ссылочка будет в описании. У меня во лбу нож. Кто-нибудь мне его достаньте, он мешает мне вертеть головой. Всем бурдюк, с вами Глюк, друзья. И сегодня мы опять будем проходить с вами очередной тест на психику в Kerbal Space Program. И у нас еще куча смешных видосиков, которые есть у меня. Если у вас есть тоже смешные видосики, кидайте мне их в группу ВКонтакте, куда угодно, в любую там, в любой комментарий кидайте, я найду, я прочитаю, вот, и тоже сделаю видосик с вашим смешным видосом, если он действительно смешной. Ладно, поехали. Пока что это максимум, что смешного я надумал. Чё? Чё за искры? Это кербонавты столько искр делают? Серьезно? У меня бы уже их нафиг расколбасило. В облаках стоит. Отлично. 2 БМП. Краш-тест. Они гнутся. Они просто гнутся, потом обратно. Хать, 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 хать. Это чё? Это чё за? Просто малярщики, которые ходят сквозь перила. Ничего необычного. Их убили. Ну потому что нехрен, потому что они доработать должны, а они всякой фигнёй страдают. Ничего удивительного. Это чё? Он уничтожил планету. Я буду скучать по огурцам. И начальнику. Стыковка. Да какого хрена он опять разломал стыковку? Не, серьезно. Он уже который раз все ломает. А потом еще и танцует. Такой, ать, ать. Молодец, вообще красава. Это стиральная машина? Я правильно угадал? На духовку не похоже. Да, это стиральная машина! Это просто суперски, это просто верх изящества, запихнуть кучу огурцов в стиральную машину и посмотреть, что с ними будет. Почему из них вот тут только искры вылетают, я не понимаю. Это какая-то тайна. Да что ж такое-то, блядь? Чё за... Чё они взрываются-то постоянно? Чё у них искры постоянно летят-то, блин? Или это у них бомбит так? А может они тротил жрут, что ли? Или горох? В принципе, что горох, что тротил, то и то взрывоопасно. Так что, ух! Не кушайте ни тротил, ни горох. Вау. Вау. Смотрите, как круто, а? Это тоже отсылка к чему-то. Я не знаю, к чему. Если вы знаете, напишите в комментариях. Где я видел его где-то? Где я его видел? Блин, я забыл! Я видел где-то подобную хреновину, как будто в фильме. На! Забыл нафиг, ладно, неважно. Обычная дымящаяся черная коробка. Из которой вылетел карбонавт. Чё? Чё? Что здесь нечисто? Америка, fuck yeah. Да. Да, slow-mo.
Отлично, вообще прям красавчик. Муа. Это чё? Чё с ними не так? Огурцы? Огурцам не здоровится. Не будьте огурцом. What the hell? Просто формовочный пресс для кирбанавта. Отличная машина, которая даже кактусы сбит. Ну что за машина, которая не может сбить кактусы? Это ненормально. Я считаю, что машины должны обязательно сбивать кактусы. Качество видосов со временем что-то немножко упало. Должен сказать у этого чувака, потому что ну уже не так смешно. Вау, это что такое? Что это? Зачем это? Он пытался сделать самоходную хреновину, которая у него не получилась. Еще один пресс, который ни хрена не раздавливает, зато раздавливает себя нафиг. Вполне здоровая ситуация. Давай, давай, ей! Вы посмотрите, какая красота! Даже искры есть. Толпа. Толпа ситхов следует за нами. Хотя нет, штурмовики, но пофиг. Вон один ситх стоит. Неплохо. Только как он умудрился так взлететь еще? Куча кирбанавтов собралась. И сейчас мы опять будем их перемешивать. А они будут искрить. Непонятно по какой причине. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Есть! Раздавили всех кирбанавтов, а они остались живы. Странные огурцы. Чего? Чё за... Чё это такое? Чё за труба? Ладно, обычная труба вроде, ну... Хрена-то какая-то. Это тень была, я думал, он внизу летел! А он, ну в смысле лежал, а он сверху летел. Эпичный корабль. Просто еще один эпичный корабль. Из Звездных войн, вроде бы. Он же из Звездных войн. Да что он такой длинный-то, ну? Я уже уснул бы 10 раз, пока вы его покажете-то. Еще такой маленький в конце. В конце сидит кирбанавт. И потом опять оно увеличивается. И что это? Че оно такое длинное-то, блин, ну? Че это вообще?
Я слышу двигатели. Да? 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 Аллилуйя, он закончился, этот корабль. Твою дивизию, какой он длин... Зачем такое делать? Вот это круто. Вот это круто. Вот это я понимаю, вот это... Это прикольно. Круто выглядит. Круто выглядит. Давай, давай. Надо будет тоже такое попробовать сделать. Вау, 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 вау. Давай. Жги, чувак. Блин, а. Охренеть большой корабль. Просто охренеть, какой большой корабль. Вау. А потом вот такое вот с большими кораблями происходит. О, а чё, как он стабилизировался? Почему у меня их расколбашивает так, что просто я улетаю в никуда? Это какая-то гребаная магия. Ну смотри, что происходит? А, все, рванул. Все, нет корабля. Нет корабля. Куда делся? Непонятно. Это что, унитаз? Очень похоже на унитаз. Подозрительно похоже на унитаз. Вы знаете, мне что-то не очень нравятся эти подозрительные унитазы. О боже, это унитаз-трансформер. Это унитаз-самолет-трансформер. Охренетюшки. Еще который крылышками машет. Зашибись. Какой наркоман делал это? Я хочу стырить у него эту идею. Сделать унитаз-трансформер — это лучшее, что может сделать человек за свою жизнь. Офигенно. Это круто. Реально, реально, это супер круто. Чё за... Чё это было? Вау, 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 давай, давай, обратно, обратно. Офигенно! Круто, круто! Обратные съемки в Kerbal Space Program просто офигенные. Эй, упаль, упаль. Да извиняй, чувак, блендер, он для огурцов создан. Еще одна... Платформа, которая запускает ракеты. Мишень. Это как? Как оно туда воткнулось? Хоп. Оп. И воткнулось. Ты глянь, чё, а? Давай, 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 давай. Опа. Пропихнул другую ракету. Вот это развлекало в Kerbal Space Program. Вот это я понимаю. И все? Это весь краш-тест? Серьезно? Ну и все, ребят, на этом мы будем с вами заканчивать. Если вам понравился этот ролик, поделитесь им со своими друзьями, а также напишите в комментариях, как вы считаете, выиграл я этот тест или проиграл. По-моему, я его выиграл. Здесь не так уж прям уж смешно было. Вот. Ну и если у вас есть прикольный видосик по Kerbal Space Program, может быть это мультики, может быть это ваши собственные видосы, может быть это еще что-то, то присылайте их мне в группу ВКонтакте. Ссылочка в описании. Ну а с вами был Глюк Бурдюк. Всем бобра. Да. Ты подписаться должен на Глюка. Ты подпишись, если ты не с Глюка. Подпишись на меня. Лайк ты поставь этому видосу, будешь ты круче любого утконоса. Пара-бара-бара-бара-бара-бара-бам. Пам-пара-бам.